Главные герои – мамы. На праздник они были приглашены не одни, а со своими семьями. За праздничным столом – многодетные мамы, мамы, имеющие успехи в воспитании детей, и мамы, потерявшие своих сыновей в локальных войнах. Глава города Сергей Сергеев лично поздравил всех мам. Сегодняшний праздник – это как раз дань уважения тем замечательным людям, которым мы обязаны жизнью. Когда семья большая и дружная, как правило, дети вырастают достойными людьми, людьми, которые нужны нашему обществу и которые поддерживают те традиции, которые заложены в семье. 11 семей из всех сельских округов Анапы за столиками. Каждая присутствующая семья достойна уважения и слов признания. У каждой свои увлечения. Небольшой рассказ о каждой маме – это всего несколько строк, но о самом главном – как воспитать хорошего человека. Своим детям всегда говорю, если вы нужны людям, то все сложится. Если нет, только для себя, то не надейтесь на счастье. Счастья не будет. Благодарственные письма, цветы и подарки стали приятным дополнением к этому вечеру. Хочется, чтобы как можно больше женщин ощутили эту неподдельную радость материнства и этот божественный дар – быть мамой.